Российская армия впечатлила главкома НАТО в Европе. Кёртис Скапоротти заявил, что российские военные растут в профессиональном плане буквально на глазах. Видно, что Россия учится. Несмотря на то, что значительная часть их военной доктрины базируется на старой советской доктрине, они очень гибки в мышлении, если вы посмотрите на то, что пишут их офицеры. Они смотрят на мир вокруг себя, каким они его видят, и приспосабливают свою доктрину на этой основе. Это впечатляет. В Сирии они стреляли ракетами дальнего радиуса действия и высокой точности с подводных лодок, с моря, с бомбардировщиков среднего радиуса действия. Им, очевидно, не надо было их запускать таким образом, но они сделали это, вероятно, для тренировки, учений и демонстрации. Этим я тоже впечатлен. Главком Скапоротти, говоря о России, подытожил, что НАТО очень серьезный противник.